мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Вас приветствует замечательнейшая организация, которая называется «Дворец молодежи городского округа Мытищи». Мы призываем вас, во-первых, не заходить на сцену, потому что именно на этом месте будет происходить сегодня все самое интересное, а происходить будет сегодня очень многое. Насыщеннейшая программа, которая была не только на этом блоке, но и на всех остальных блоках. Хочется верить, что не оставила равнодушным никого из вас. И сегодня вас порадуют своими выступлениями воспитанники Дворца молодежи городского округа Мытищи. Если вы молоды, душой, то завтра мы приглашаем вас всех на день открытых дверей Дворца молодежи, который состоится по адресу город Мытищи, улица Силикатная, дом 12. Там вы можете записаться в одно из студийных формирований, воспитанники которых сегодня выступают для вас. И начнем мы наше выступление с показательного выступления воспитанников военно-исторического клуба «Штандарт» номер «Комплекс десантника».
Ваши бурные аплодисменты, военно-исторический клуб «Штандарт», показательное выступление. Если вы хотите точно так же уметь кидать друг друга и использовать ножи и какие-либо средства самообороны, то, конечно же, приглашаем вас к нам завтра на день открытых дверей вступить в ряды не только военно-исторического клуба «Штандарт», но и в ряды юнармейцев. Подскажите мне, пожалуйста, как у вас у всех со стихами? Вот стоит огромное количество... За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.